будет продолжено. Менее важной является программа снабжения питьевой водой. У нас местности разные, и потребности в воде разные. Нужно обязательно все это сделать. Теперь по дороге. Как все знают, эта проблема для нашей страны не очень новая. Я вот только что вместе с вашим губернатором проехался за рулем и по Энгельсу, и по Саратову, как меня просили, а он мне пишет. Вот вы приезжайте и прокатитесь по нашим дорогам. Я вот прокатился. Ну что сказать? Конечно, мягко говоря, плохие дороги.